Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трешачок. Возможно, трешачок, возможно, нет. Побегаем по акциям, посмотрим, что у нас сегодня есть. Есть пиратик неплохой, поиграем в него. Есть хрустальный сундук. Вот можно будет, кстати, в пирата поиграть ради хрусталки. Забрать треть на следующую прокачку, как раз на атаку фортов. Будет интересно потестить это все. Когда там у нас атака фортов, надо будет глянуть. А, все, атака фортов через неделю, поэтому можно даже не париться над этим. В общем, неважно. А, поехали, побегаем. Бо, у нас есть сегодня. В принципе, неплохой. Посмотрите, какие плюшки. Шестые. Ну, вот это мне нравится. Реально неплохой. Неплохой такой. Но тут, к сожалению, плюшки не меняют. Молоточки неплохие, бога грома. Сейчас попробуем, посмотрим, какие шансы. Ну, здесь хоть это регулярно. Вы ничего себе эмблемку вытащили. Это интересно. Но это не она, конечно же, это шестая. Это я получил вчера с акцией типа скидки. Вот оттуда я затащил это все. Так, это я тоже не проходил. Поехали. Где там оно у нас? Thunder's Gifts. Попробуем словить что-то, потом побежим в пирата, посмотрим на пирата, что там с пиратом. Какой он. Здесь пропуска, как видите, падают. Ну, по расходникам я вам скажу сразу, что круче пираты, вы поймете сейчас почему. Мы просто сейчас здесь посмотрим шансы. Вы видите, первая, вторая, максимум третья падает. Вот у меня там 250 молоточков было. Вот еще одну вытащили. То есть такое себе. Я бы не сказал, что оно топовое. Но опять же, для бездоната это тоже круто. Потому что можно вытащить реально интересные темы. Но лучше все-таки играть в пирата, чем вот это. Сколько у нас там было? Где-то 250. О, вот наконец-то мы вытащили два этих. Ну, 5 на прокачку. Окей, так, отлично. Ну, в принципе, смысла дальше бить. Вот смотрите, у меня там было 250. Ну, по сути, мы потратили там 170, 25к, да, 27к мы потратили. А теперь поехали хрустальный под хрустальный. Сколько нам там надо собрать? 700, 1500, 3, 35к надо потратить. Вот как раз тратим 35к, и вы видите сейчас разницу, сколько мы получим за 35, ну, за 25. Даже так давайте. Ну, вы поняли, о чем я. Если не поняли, просто смотрите и поймете. Вот такой вот пират. Вроде казалось бы, он не менялся. То есть он не поменялся, но он поменялся. Во-первых, заходите вот так вот сюда и смотрите. Восьмые эмблемки. Три сумочки было, камешки были. Но вас добавили, у нас поменяли стрелка, повелителя бури можно вытащить. Это реально уже круто. Третье, вот такие вот сундучки тоже, откуда можно исцеление вытащить. Вот у меня, кстати, четвертых нет и третьих нет. Заодно сможем посмотреть, сколько мы выбьем. Ну, рун у меня 1100. Они мне не нужны. Ну и два сундучка мы вытащили оттуда. Окей, поехали. Вот в чем преимущество. Сразу две пятерки падает, ребят. Сразу же падает. Мешок с восьмой эмблемой. Три кулаков. Вот такие вот прайм-мешки. Поехали. Второй заход. Расходники видите, да, какие падают? Карта Повелитель Бури. Это 1200. Это 3600. Еще плюс одна карта.
4800. Вот стрелок, давайте стрелка. Сейчас 4800, окей. Вот за 5К, что мы получили? Расходники, видите разницу? Повелитель бури, круто. 12К кристаллов. Эмблемка самая основная, восьмая. Коробок 12 штук, две карты и два сундучка. Это за 5К всего. Поехали, у нас еще 4 таких заходика сейчас будет. И потом пооткрываем эти плюшки. Посмотрим, что мы получим. То есть мы сначала так сделаем, потом я уже добью. Стрелок, ребят, 6К мы потратили с вами. И вытащили за эти 6К, ну я не знаю, вы никогда там на русском сервере не вытащите столько плюх, столько героев там за 10К, допустим. Никогда. То есть, чтобы вы понимали, вот в чем разница английского без доната и русского, там и китайского без доната. Совсем разные на серверах, скажем так, акции, но на английском сервере сделаны акции для бездоната. То же самое на АЭСе там есть, на немке есть. Посмотрите, следующих там 4 или 5К, и посмотрите на мои награды. 4 карты, стрелок, повелитель бури, 12 коробок, сумки, 7,5, 24 тысячи, ребят. 24 тысячи кгшек. Что вы на это скажете? Русский сервер тащит? Мы еще пока не выбили огника, сумочки, и не выбили руны. Но это все фигня. Нафига оно, если и так падает хорошо? Так, где-то до 36, до 10К. Это у нас получится где-то плюс-минус, как мы потратили на... Боги грома. 3 ПБшки, ребят. Все, я уже за 20К, по сути, за 18, я уже вытащил себе КГшек, ПБшек на прокачку, на все, что хочешь. Фри, ну, плюс 30. Вот это жесть. Еще один стрелок, пожалуйста. Еще один стрелок и ПБшка. Вот как раз сейчас у нас будет. Вот мы потратили практически, ну, 25К. То есть точно так же мы потратили, как и на этом. ПБшек я не знаю, сколько кто считал, напишите в комментах, вот именно на этот момент, сколько мы потратили. Поехали посмотрим. Не потратили, а получили. Поехали посмотрим, какие мы плюшки получили. То есть восьмая эмблемка у нас одна была всего. Давать, ну, не знаю, сколько Prime карт. Сейчас мы посмотрим просто сундуки, пооткрываем их. И... Это три мы получили. Вот три. В принципе, неплохо. Выпало три с молотков. Вот. 10 сундуков четвертых. Я не могу их открыть, а я их не могу открыть, потому что у меня в перелимите какие-то камешки. Давайте тогда по одному. 20 камней. 100. СО, ребят. Это все без доната, считайте, мы получаем. 30. Вот вы представляете, сколько, как вы бы прокачали свой аккаунт, если бы вот это получали плюхи. Ну, собрать 24К, ну пусть будет 2 месяца. Второе СО. Неплохо, да? Дальше. Пятые сундуки. 5 коробок, 15, 10 коробок, 30 коробок чар. 30 чар. Эмблемка, ну, руна на девятку, ну, то есть книги. Супер, как по мне. То есть тоже круто. Что у нас там еще было интересное? Ну, героев мы, к сожалению, сейчас не посмотрим. Потому что нет такой возможности посмотреть, сколько мы их там собрали. Но в любом случае, там и ПБшек мы вытащили, ну, стрелка 2 или 3. Поехали дальше. Кулаки. Ну, это у меня еще откуда-то кулаки. Не подумайте, что у меня там 700. Ну, мы вытащили кулаков тоже, думаю, прилично. Вот так вот. Это кулаки мы получили с Бога Грома тоже. Ну, КГшки. Плюс полмиллиона КГшек. Ну, это опять же, не знаю, надо посмотреть, откуда мы их там тащили.
Ну, в общем, такие вот дела, ребят. Так, что у нас еще было интересного? Да, видите, у меня вот эти вот же камешки при лимите, поэтому не дает уже так просто открывать. Что я могу вам сказать? Вот такие вот акции проходят у нас на сервере, в принципе, через день, через два, раз в неделю. Даже раз в неделю такая акция, это уже у вас есть шанс с бесплатки вытащить, там, либо за накопленные самоцветы что-то вытащить. Но люди вытаскивают. Вот так вот. Вот такой вот обзорчик я уже хрустальный заберу. Потом тут что интересного у нас есть. Ну, опять же, куча разных расходников. Ну, я забираю ради Apex Crystal, ради этих кристаллов. Ну, книг. А книг, кстати, не вижу. Вместо книг поставили 1000 кулаков. Обалдеть. Супер. Каким фигом я качать буду? Надо будет книги опять где-то добывать, потому что мне книг не хватит. В общем, показал вам все прелести сервера, то есть куда тратить, вы, думаю, понимаете, что в такой пират реально стоит влаживаться. Не ради сумок, а ради того, что вы получите кучу итемов для прокачки своего аккаунта. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.